Здравствуйте, перед вами вновь выступает Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. С песней «Понакупим цветов на 8-е». И в городе Иркутске тоже. Как я мог этот город оставить без внимания, так как неоднократно мне приходится там часто бывать, ну и так далее и тому подобное. В общем, я там жил два раза, так сказать, продолжительное время. Ну и в общем, всех с наступающим уже после новогодних праздников, там февраль пройдет и мартом. Ну и так далее, всех женщин, всех девчонок, дамы и так прочее, тому подобное. Ну, в общем, всех с праздником. Сейчас только баню топлю, помыться, руки замерзли, правда. Ну и так далее, всех с наступающим, значит, женщин праздником. Уже который не за горами. Эх, Иркутск, весна прекрасна, что ли? Эх, Иркутск, весна того сего. Солнышко смеется между домами, у кого-то светится в окно. Ах, какое небо голубое, ах, какие девочки вокруг, ну или снуют, и 8 марта наступает, а задачить мужиков каюк. Понакупим цветов на 8-е, понакупим цветов задарить, и подарков духов всяких разных, и без них, если нет таковых. Но бывает такое, бывает, но случается так иногда. Мы за вас просто выпьем, буквально и банально, а что, если ха? Ну, когда таких нема, короче, ни муха, в общем, нифига. В городе Иркутске так бывает, ну, в большей части красота. Обстоит там дело, между прочим, на любовном фронте все ништяк. Раскошелиться придется многим, ну а как иначе будет как? Понакупим цветов на 8-е, понакупим цветов задарить, и подарков духов всяких разных, и без них, если нет таковых. Но бывает такое, бывает, но случается так иногда. Мы за вас просто выпьем буквально и банально, а что, если ха, если нет женщин? Эх, Иркутск, весна прекрасна, что ли? Эх, Иркутск, весна того всего. Солнышко смеется между домами, у кого светится в окно. Ах, какое небо голубое, ах, какие девочки вокруг, и 8 марта наступает, а задач мужиков каюк. Понакупим цветов на 8-е, понакупим цветов задарить, и подарков духов всяких разных, и без них, если нет таковых. Но бывает такое, бывает, но случается так иногда. Мы за вас просто выпьем буквально и банально, а что, если ха, ну нету так. Всех с наступающим праздником, всем желаю, чтобы у всех все было, ну и так далее, и тому подобное. С праздником, с 8 марта, женщины.